90% информации об окружающем мире мы получаем благодаря зрению. И, конечно, заболевания глаз при их развитии оказывают на жизнь человека крайне негативное влияние. Однако на помощь жителям всегда готовы прийти врачи-офтальмологи. Для чествования этих специалистов есть профессиональный праздник. День офтальмолога ежегодно отмечается 11 ноября. Именно в этот праздничный день мы побывали у отличного врача-офтальмолога Тимофея Дубенцова. Еще в стенах Кубанской государственной медицинской академии он выбрал свою специализацию. С тех пор прошло более 20 лет. Накоплен большой и по-настоящему бесценный опыт. Он в своей работе опирается на хорошие знания, полученные в одном из лучших медицинских вузов страны. Выбор, конечно, профессии был на 5-м курсе, когда была курация по офтальмологии. Очень понравился наш профессор Александр Иванович, который очень интересно рассказывал, захватывающе рассказывал. Рассказывал то, что офтальмология – это не только консервативные больные, это еще и хирургическая активность. Ну, понравился профессор, понравилась курация, понравилась офтальмология. Вот так вот и пошел после окончания института, закончил ординатуру по офтальмологии и стал работать врачом-офтальмологом. Профессия требует постоянного совершенствования, обновления знаний. В деле, конечно, очень помогает и современная техника. Всегда нужно быть, так сказать, на гребне волны, всегда нужно внедрять новые технологии, всегда нужно узнавать, всегда нужно читать и применять это на деле. За последние лет 20-25, конечно, офтальмология сделала колоссальные шаги в плане современных технологий, в плане операций. Это стало доступно, эксимер-лазерная коррекция зрения. Больных очень много, когда при помощи новых современных лазерных технологий исправляется близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Ну и, конечно же, это хирургия катаракты. Без этого никуда. Когда слепые больные становятся зрячими, это самое большое достижение в офтальмологии. Рабочий день у Тимофея Дубенцова напряженный. Он работает и в центральной районной больнице, и занимается частной практикой. Осмотр больных, которых прооперировали накануне, это в Славянской ЦРБ. Потом приезжаю, работаю здесь в кабинете, веду прием, частный прием. И потом обратно в больницу. Но каким бы ни было напряжение, главный стимул в работе врача – это чтобы больной человек выздоровел. И действительно, дорогого стоят слова благодарности от людей, которые после операции обрели возможность нормально видеть. К сожалению, сейчас многие легкомысленно относятся к своему зрению, перегружают глаза. Если раньше близорукость фиксировали в старших классах, то, к сожалению, сейчас детки становятся близорукими в начальных классах. Правильно, это плюс еще это дистанционное обучение в школе, плюс планшеты, плюс телефоны и так далее. Дети все время находятся в замкнутом пространстве, на улицу практически не ходят. Все время под рукой телефон или планшет. Большая нагрузка, зрительная нагрузка на близком расстоянии приводит к развитию близорукости. К сожалению, это так. А между тем, заботиться о своих глазах можно и нужно. И сделать это совсем не так сложно, как кажется. В быту и на производстве соблюдать прежде всего технику безопасности. Это очень важный момент, потому что травматизация глаза тоже стоит на одном из первых мест, которое приводит к снижению или тем более к потере зрения. Соблюдать технику безопасности, ну и профилактика, конечно. Профилактика по возрасту, там кому необходимо капать витаминные капли, посещать офтальмолога, проверять зрение, учитывать родословную свою, потому что некоторые заболевания передаются по наследству. Об этом замечательном враче можно говорить очень много. Его пациенты отмечают профессионализм, индивидуальный подход к каждому, внимательность и неравнодушие. А самое главное, он помогает обрести и укрепить здоровье, без чего невозможно простое человеческое счастье. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».